Здравствуйте, друзья! Был у меня такой период в жизни, не очень красивые факты моей биографии, когда я справлялась со всеми своими проблемами и невзгодами с помощью спиртного. Но подумала, что у меня есть характер, у меня есть сила воли, и я смогу справиться. И справилась. Ну, лучшее лекарство – это работа. Ну, и музыка. Унаследовала, наверное, какие-то гены от отца, что люблю музыку, танцы, веселье, ну, в период отдыха. Да и уже теперь все делаю под музыку и убираюсь, все включаю и убираюсь, все делаю. Ну, замуж-то вышла рано. Там в семье-то тоже злоупотребляли алкоголем, дралась с мужем, приходилось все в жизни. Ну, справилась. Теперь уже 3 года не выпиваю. Ну, вот сейчас музыку проверю, а то выпущу ролик, выложу клип, какой-то пост, и пишут мне, значит, авторские права, жалоба. Сейчас посмотрю, Пугачева напишет на меня жалобу или нет за использование ее песни. Проверим, друзья. А я желаю вам здоровья, благополучия. И прошу вас по возможности подписаться, поставить лайки, дизлайки, написать отзыв. До свидания.